Так, нам 7-й. Казань, Москва. Это купейный. Да, это купейный. О, солнце светит. Вот еще один купейный. Прям как у Владикавказского. Так. Да, вот там купешечки. С коричневыми сиденьями, почему-то не синими. Вот он. Второй этаж. А вот, собственно говоря, и он. Так, а как тут определить, какое место? Вот же надпись. Вот справа, ну дойди дальше. Вот, 91, 92. Вот садись к окошку. Смотри, сколько места для ног много. Да, до хрена прям. Отлично. О, прикольно. Так. Специально выбирал, чтобы у нас перекладина вот как там. Да. Сразу надо. Да, ну как. И тогда еще мы позволим кстати, туристический город. Конечно, это мы даже чуть-чуть сюда. Специалистов на Крымске, у нас там, да, и прощение. То есть у меня вот теперь даже настолько, да, огромный фасад памятник. Поехали. По 20.71. Ты там и по 20 стоял. Там сколько летает?
реальность ЦП. Уважаемые пассажиры, мы рады приветствовать вас в поезде Федеральной пассажирской компании. Благодарим за ваш выбор. Нашим приоритетом в работе является обеспечение вашего комфортного и безопасного путешествия. Dear passengers, we are glad to welcome you on board the train of the Federal Passenger Company. Thank you for your choice. Our priority is to ensure your comfortable and safe journey. Во время нахождения в поезде, пожалуйста, соблюдайте правила перевоза пассажиров. В поезде не допускается курение, а также распитие спиртных напитков, за исключением помещения вагона ресторана или вагона бистро. В целях предупреждения актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта соблюдайте бдительность. При обнаружении в вагоне забытых вещей, появлении подозрительных лиц, просим вас сообщить об этом работникам поездной бригады или сотрудникам полиции. Не оставляйте личные вещи без присмотра, в том числе электронные устройства во время зарядки в местах общего пользования. В целях вашей безопасности в вагонах поезда ведется видеонаблюдение. On board the train, please observe the rules of travel. In the train, it is strictly prohibited to smoke. Drinking alcoholic beverages outside the dining car or buffet car is not allowed. Please stay vigilant for the sake of preventing acts of unlawful interference against the railway transport. If you find abandoned items or other suspicious people in the car, please inform the train staff or police. Do not leave personal belongings unattended, including electronic devices while charging in the public areas. For the sake of your safety, the cars of our train are under video surveillance. ОЧС 7-143, случай P2K. И P20 какой-то там, 54 или какой-то. Уже не увижу. Это вагоны старые, это новые, это старые, там, о, интересного габарита вагона. Следующий.
Разгоняемся. Дача интернета не жрет же батарея. Да. Ну, нормально так разогнались. Но поскольку дреза не будет левостороннее движение, пока особо снимать нечего, так что на станциях буду снимать. Что там встали? Вот снова поехали. Это станция Люберцы. Вот разъезд на Люберце 2, там уже Вековка, и там уже до Казани можно добраться. Возможно.
опираясь на понимание состояния, говоря, что от него. Потому что те в индустрии, а где эти ямы сидят? Принесли коробку вот с этим. Тут сок есть, какое-то варенье, кофе, вода, сахар, это все. Йогурт, колбаса или паштет там предлагали, и багет. Если вы будете ехать в таком поезде, то вот такой рацион питания будет в бизнес-классе. А мы так нехило разогнались. Большая московская окружная. Успела под 20 разглядеть. Там вроде голодный.
вот это уже можно как стать. Вот и рыбная. Да, да. Я понял, что ты подумал, что это близко к Лизбоску. У меня локальная Подъезжаем к Рязани. Грузовой едет. Вроде бы по 20. Через 10 минут Рязань будет. Спасибо. Да. Thank you.
Дягилева вроде бы. Лагерные. Но мы платформу саму проехали, а вот станция. Небольшая такая. После нее будет поворот на Рязань 2, а спереди Рязань 1. Но мы поворачиваем на 2, так как нам в Воронеж ехать. На вот этом пути обычно электрички стоят. Наш поезд прибывает на станцию Рязань. Стоят на поезде 5 минут. При выходе из вагона будьте внимательны и осторожны. Не забывайте свои личные вещи. Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Рязань. Стоянка поезда 5 минут. Двухэтажного вагона, а на втором этаже ты видишь, что в открытых грузовых вагонах находится. А поскольку вагон двухэтажный, места, конечно, маловато, поэтому ниже первый этаж придется делать ниже, потому что вот поворачиваем. Места не хватает, из-за этого он там вообще чуть ли не рядом с колесами находится. Там Рязань 1, а мы поворачиваем на Рязань 2.
Стоят где 5 минут, время 10.21, через 5 минут поедем. Электровоз двухсистемный P20, поэтому сейчас пантограф поменяют на... Точнее, с постоянным на переменный ток, и поедем дальше. Я себе тут чаечек заварил. Вагон довольно пустой. Может, ему по составу прогуляться, когда снова поедем. Поехали. Чаек я выпил. Теперь будем ехать на переменке. Теперь едем на переменном токе. Все-таки захотел. Сок захотел. Ты будешь? Да. Сок. Я не буду. Я чая напился. А что, типа там дверь открывается и все? Можно переходить. А то дома, может, не тоже на эти вагоны посмотреть купейные? Иди сходи. Сейчас пойду, ночь скоро. Когда следующая остановка? Сейчас расписание чекну. У нас двухсистемный электровоз ведет. Он может меняться постоянно на перемену. У него 4 пантографа. Ехали на постоянном токе, а обычные электровозы надо менять, потому что они не предназначены, там один для переменного, а другой для постоянного. А у нас двухсистемный электровоз. Поэтому там просто пантограф поменять надо и все. Да, и по 20. Видишь, по-моему, это слева такая большая. Да, видел, груда металла целая. Это не груда, это мусор. А зачем его там хранят? Его же некуда делать, под заводом нет мусора сжигать. А что выгоднее сделать? Переработать мусор или сжечь? Смотря какой мусор. Если груда металла. Металл сдают. Я вот недавно сдал металл, получил 400 рублей. А если обычный мусор, там пакеты всякие? Ну, обычно никому не нужен. А в смысле там упаковки эти пластиковые, они же там из нефти сделаны, почему нельзя обратно? Нет, обратно нельзя. А? Обратно нельзя, только из нефти. Свинцовая.
машины, их утилизируют, их из них что-то новое делают, а вот литий-ионные аккумуляторы их не утилизируют. И что с ним делают? Не знаю, уничтожают. Рязань – это… Пойду прогуляюсь немного. Thank you.
быстро едем. Обычные окна. Но открывашки другие окна. Тут наоборот слишком низко. Не курить. О, гармошка. Красным горит, когда занято. Вот такой вид туалет. Зеркало. Кран. Тут нажимаете на кнопку, а это, видимо, мыло, да? Да, это мыло. Ну, а сюда на кнопку нажимаете. Вот такой вот туалет в сидячем бизнес-классе двухэтажном вагоне поезда 740-й Ж. Москва-Воронеж. Тут тоже какие-то фиолетовые такие стенки в другом сидячем вагоне. Так что вот так. Такое стекло накрашено или что с ним сделали-то? Не ясно.
предстоящая несовместимость. Электровоз СП-1М-677 с грузовыми вагонами. Вот снова разогнались. Солнце за облака зашло, облаков стало больше, теперь в тени еду. Станция Ряжск 1. Дальше будет Александро-Невская вроде бы, а потом Богоявленск. Там мы остановимся, стенка там будет 2 минуты. Вот товарняк. Пасующая стрелка. А, нет, может, вот этот путь на Пензу. Пес знает. Сейчас мы пересекли границу между Московской железной дорогой и Юго-Восточной. Ну, разумеется, в Москве была Московская область, потом Рязанская, а теперь, скорее всего, сейчас уже будет уже и Тамбовская, потом Липецкая, потом Воронежская.
Столбы новые поставили. Эх, старые выглядели прикольнее. Богоявленск. Следующая станция Мичуринск-Воронежский. Там стоянка 4 минуты, будет 12.46. А, нет, 12.44, перепутал. Проехали Хоботова, а следующая уже Кочетовка, а потом Мичуринск. Подъезжаем к Кочетовке. Уже даже не слегка, а сильно выцвевший ВЛ. Это листы металла, что ли, или что это? На вагонах Чмейзер. Старый списанный вагон уже, наверное. Ржавый. Через 4-то.
цену скинь, кричит в полтора. Богоявленск уже того. Напрямую это Мичуринск-Уральский, тупиковая, мы поворачиваем на Мичуринск-Воронежский. Этот путь ведет на Тамбов дизельный, а этот на Мичуринск-Уральский.
больница. Я ответила, что
подъезжаем к Грязям. Стоянка 4 минуты, прибываем в 13:29. Что вообще за машина такая? Забавно. ГСЕшка плацкартная. На Волгоград, а это на Липецк линию. Это опять же на Волгоград, а сюда на Воронеж.
больше ничего есть не буду. Сейчас будет Усмань, потом Графская, потом Пресвятская, Сомово, Отрожка и Воронеж первый. Осталось ехать меньше часа. Сейчас только что пронесся ЭП-20 с поездом 101 Адлер Москва с вагонами РИЦ. Сейчас пронесся снова ЭП-20 с поездом 3 Кисловодск-Москва двухэтажным. Но это не мудрено, у них разница с адлеровским 10 минут в прибытии. Сейчас ЭП-20 Ставрии проехал из Крыма. Осталось ехать где-то полчаса, ну 35 минут где-то. Время 14:10, прибытие в 14:46. Вот и Графская. Часика осталось. Где-то в Усмане началась Воронежская область. Ну а Липецкую мы уже давно проехали.
Также платформы высокие повстали. Мы уже почти в город заехали. Вот это уже деревушки всякие. А это станция Пресвятская. Дальше Сомово, потом Матрошка, где, кстати, идет разведение на Ростов, там Черные моря всякие. Ну, вы знаете, наверное, если на юг хотя бы раз на поезде ездили и видели станцию Матрошка в Воронеже, то да, это оно. Но мы поедем прямо, мы прибудем на обычный Воронеж, на главный. Мост М4. Вот и сейчас будет то самое разветвление.
грузовые вагоны тащат. Интересно. ТП-1М с каким-то поездом. Интересно, с каким. Весной, когда я ехал в прохладный, я это снимал оттуда, со станции Отрожка, где мы технической остановкой стояли. А теперь я отсюда снимаю это место. Мой синий вагон электропоезда, который уже давно как не ездит. Все в РЖД перекрасили. А это поворот с Воронежа на ту линию. Снег, к примеру, 305-й Москва-Сухум ходит. Сначала до Воронежа доезжает, потом меняет хвост на голову и едет в другую сторону. Это очень старые вагоны, но это еще более-менее новые. Они уже нормально так поржавели. И сейчас будет два моста на очень большую реку или озеро, как оно там называется, река Воронеж, как оно там, не помню. Тут уже почему-то платформы низкие. Хотя с другой стороны дальше будет Воронеж, а после него уже не электрифицированный участок на Курск. То есть там уже высокие платформы не нужны. Ну и город, наверное, на этом моменте сейчас уже закончится. Я только что не успел заснять, но увидел мост. Наш поезд прибывает на конечную станцию маршрута «Город Воронеж». Благодарим вас, что для своего путешествия вы воспользовались услугами федеральной пассажирской компании. При выходе из вагонов будьте внимательны и осторожны. Не забывайте свои личные вещи. Видел трамвайный мост, как в провинции. Федеральная пассажирская компания и проездная бригада желают вам всего наилучшего.
Паровоз. +27 градусов показывает на термометре, нифига себе. 27? Да, на том термометре 27 показало. Жарковато. Прям чётенько к вокзалу подъехал наш вагон. Приехали, выходим. Ну все, вроде ничего не забыл, погнали. Даня, всего доброго. Все, вот такая была поездочка. Всем удачи, всем пока.